вас приветствую из знаменитой мечети Хастемом в Ташкенте. Сегодня у нас потрясающее ощущение послеконцертное, междуконцертное, я бы так сказал. Я в восторге от этого города, в восторге от этой публики. В Ташкенте есть потрясающий энергетический момент. Какая-то здесь совершенно удивительная. Во-первых, теплая погода, сегодня 25 градусов. Уникальные абсолютно здесь люди. Очень гостеприимный, естественно, прием. Я благодарен всем, кто причастен к нашему приезду сюда. Мы провели весь отбор новых имен, так что у нас теперь в нашей семье новых имен питомцы из Узбекистана, где всегда славилась замечательные особенности фортепианная школа. Отсюда очень много знаменитых музыкантов вышло, и я в полном потрясении от очередного приезда передаю вам большой ташкентский привет.